Привет, это канал I Like Pet, и в этом ролике мы расскажем вам о лучших породах собак-поводырей. Собаки – лучшие друзья человека, причем некоторые породы не только являются хорошими компаньонами, но и способны помочь своему хозяину в непростой жизненной ситуации. Собаки-проводники помогают незрячим и слабовидящим людям передвигаться и избегать препятствий. Представляем вам 5 лучших пород собак-поводырей. Лабрадоры-ретриверы – дружелюбные и терпеливые собаки, у них высокий интеллект. Представители породы хорошо разучивают команды и запоминают маршруты. Кроме этого, они легко находят контакт с самыми разными людьми. Средний рост лабрадоров – 57-60 сантиметров. Их удобно вести на шлейке. Ризеншнауцеры – собаки с высоким интеллектом и феноменальной памятью. Они способны запоминать несколько десятков команд. Представители породы общительные и дружелюбные. К тому же крупные ризеншнауцеры имеют подходящие размеры для постоянного сопровождения хозяина. Как правило, их рост холки колеблется от 60 до 70 сантиметров. Колли – умные и уравновешенные собаки. Они хорошо чувствуют настроение хозяина, умеют подстраиваться под него. Представители породы внимательны и терпеливы, легко дрессируются. К чужим людям относятся настороженно. В случае опасности будут защищать владельца до последнего. Немецкие овчарки – смелые, послушные, преданные собаки. Они обладают хорошими физическими и умственными способностями, легко дрессируются. Представители породы выносливы и отлично адаптируются к самым разным климатическим условиям. Это позволяет использовать их как поводырей в самых разных уголках нашей страны. Золотистые ретриверы – общительные и добрые собаки. Они очень преданы своему хозяину и готовы проводить с ним сутки напролет. Представители породы обладают хорошей памятью и высоким интеллектом, благодаря чему хорошо дрессируются. Собакам-поводырям предъявляется очень много требований. Они должны хорошо запоминать маршруты, обладать высоким уровнем терпения, быть выносливыми и умными, уметь различать людей, представляющих опасность для хозяина, и людей, которые хотят помочь владельцу. Также у них должны быть подходящие для сопровождения незрячего или слабовидящего человека размеры. Перечисленные породы идеально соответствуют всем этим непростым критериям, а значит, способны стать идеальными собаками-поводырями для своих владельцев. О других интересных фактах из мира животных вы можете узнать на нашем сайте. Подписывайтесь, читайте и смотрите нас. Мы также представлены в социальных сетях. С вами был ilike.pet. До новых видео!